Друзья, всем привет, я Дядя Слава, и сегодня у нас обзор на коллаборационные ароматы компании Burn линейки Overdose и компании Mixologist. Эта линейка у нас джин, присутствуют в ней три аромата: огуречный джин, арбузный джин и джин апероль. Во всех ароматах присутствует алкогольный оттенок, и давайте расскажу, как раскрываются данные ароматы. Погнали! Начнем с аромата огуречный джин. Раскрывается он, как будто взяли джин, добавили сюда тоник и накрошили салатный огурец. Хороший свежий микс, я бы сюда добавил какие-нибудь ягодки для разнообразия. Да и в принципе в соло он также интересно раскрывается. Давайте перейдем к следующему аромату. Джин Апероль Шприц. В большей степени данный аромат раскрывается со стороны апероля. Джин здесь раскрывается оттеночно. Чувствуются хорошо апельсиновые нотки и нотки цедры, но послевкусие. Это самодостаточный микс, я бы максимум добавил сюда гранат, чтобы сделать гранатовый апероль. Да и в принципе скажу, что данный аромат прекрасно залетает в соло. Арбузный джин. Скажу так, что данный аромат мне понравился больше всех из трех. Здесь алкогольная составляющая отчетливо и ярко выражена. Арбуз не химозный, не уксусный и напоминает сладкую арбузную конфетку. Сочетание с алкоголем — это просто разъеб. Я советую попробовать вам данный аромат в соло. Да и в принципе в сочетании с другими ягодами, я думаю, будет тоже интересно раскрываться. Ну давайте напоследок мнение по поводу данного аромата со стороны. Всем привет, меня зовут Никита, я кальянный мастер заведения «Касание», город Симферополь. Дядя Слава попросил меня рассказать о новиночках Overdose, мое мнение. Я курил всего лишь два вкуса, потому что дядя Славе присылает вкусняшки, а мне нет. Я курил Апероль Шприц, это очень вкусно. Среди остальных Аперолей я бы вывел именно этот Апероль в лидеры свои, все субъективно. Очень вкусно, цитрусово, без лишней горчинки, классно. А второй вкус, который я курил, это арбузный джин. И здесь я бы заострил на этом аромате свое внимание, потому что, как по мне, это прям вау. Это именно арбузный джин. Впереди стоит арбуз. Сладкий, сахарный, немножечко конфетный. Хорошие алкогольные нотки. Это топ. Личный мой топ среди овердоза. Поздравляю компанию Overdose с выходом новых новинок, радуйте нас дальше. Ребята, на этом наш обзор заканчивается. Курите только вкусные кальяны, любите их своих женщин. И не забывайте поддерживать мой контент своими лайками и комментариями, потому что, как всегда я говорю, я стараюсь именно для вас, мои друзья. Пока!